дещо. А у нас час гості в ранковому ефірі. Дозвольте, я вам представлю. Кирило Горбенко, старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, археолог, друзі, та керівник розкопки, яка нещодавно завершилася, відбулося це 30 липня, так? І досить цікава така розкопка була, археологічна пам'ятка «Дикий сад». У мене дуже багато до вас запитань, давайте я вам їх озвучу і дам слово вам. Ось дивіться, з чого взагалі починається археологія? По яким критеріям ви відібрали саме це місце, вирішили проводити розкопки там? Яка була мета? І що розкопали, що знайшли? Будь ласка. Це такий був підсумок сезону, я так розумію. Ну так, ми почали 4 июля і до 30 июля ми проводили сезон. Це 26 сезон, якщо я не помиляюся. Так, 26 сезон розкопок регулярних на території Дикого Сада, який знаходиться в центрі міста сучасного. Так, ну розповідайте, що знайшли, що, які розкопки, які знахідки? В цьому році ми начали исследование помещения, которое по артефактам, которые мы обнаружили, можно однозначно классифицировать как жилище мастера, мастера по обработке костей животных и рогов. Дело в том, что в то время у нас был другой климат немножко, это была эпоха несовременного климата. У нас здесь было много лесов, водились благородные олени, да. И все сырье, которое они получали, жители Древнего Николаева, можно так говорить, они, конечно, использовали в обиходе. И вот это большое помещение, 21-е на территории участка, вот цитадели Ближнее Предместье, и площадь этого помещения примерно 7×9, то есть 56 квадратных метров. Южная стена сохранилась, фундамент каменный, очень мощные камни местного известняка. И в заполнении помещения и в ямах, а мы сейчас только вскрыли 12 ям, но мы не закончили еще исследование. Значит, не закончилось. Да, ну сезон закончился, и мы сейчас обрабатываем все в лаборатории. И я думаю, что в следующем году мы продолжим, и там еще будет минимум 5-6 ям, и, наверное, будут какие-то еще находки. Но даже в этом году уже по тем находкам, которые мы обнаружили, вот это было жилище мастера. Жил он с женой, потому что, ну, это понятно, что с женой, и мы нашли и женские орудия труда, например, вот что, да, керамическая, фрагмент керамического пряслица или веретенного блока, это одевалось на веретено для усиления вращения веретена, то есть получения нити. Цікаво, можно я потримаю в руках? Да, 3200 лет, да. С таким раньше працювали жінки, а мы зараз тримаем в руках, довольно такая цікаво. Да, после обработки это все будет передано в Николаевский областной краеведческий музей, я думаю, войдет в экспозицию Дикого Сада, которая и так большая, да, это все можно будет увидеть. То есть подальше история будет в музее, сможешь передать. Конечно, конечно, конечно. Это вот из позвонка крупного животного, полностью обработанный, такая вот катушка. Пока мы предполагаем, что может быть для намотки нити. Это тоже женский предмет. Фрагмент женского украшения. Ух ты, ось вони, жіночі прикраси. Да. Это бронзовая пластина, закрученная в полтора оборота. То есть, по всей видимости, вот такие были, ну, как бы ожерелья из бронзы. Бронза, мені по кольору пасувало. Ну, у них цвет был такой светлый, потому что это уже патина. Ну, вот был такой набор, вот мы в яме нашли, видимо, потерялась и попала в яму. Таке щастя знаходити, да? Ось, начебто така маленька, невеличка, а знайшли. Ну, їх було много, ну, там, там, да, нашли, да. Ну, і от якраз образец, що обрабатували не тільки рога благородних оленей, но і домашніх животних, це рог коз. Вы видите, рог обычно круглый. Здесь следы обработки, даже видно, как нож мастера делал зарубки. И затем вот здесь как раз отметка для того, чтобы отрезать. И получалось потом вот такой вот предмет. Отрезали и затем сверлили отверстие. Это были псалии. Элемент конской узды для управления лошадью. Причем мы нашли и уже готовый предмет. Вот здесь видно здесь отверстие для удил, и верхнее и нижнее отверстие для крепления ременной узды. Вот эта заготовка тоже полностью обработана, следы, то есть это артефакт.
И затем вот делалось такой вот предмет для укрепления. И последнее, то, что я принес, это малая часть, то, что я смог принести, это либо, видите, кость животного, четко в виде трезубца, да, трезуб, обработанные поверхности, либо это для нанесения орнамента на посуду, либо скорее всего, может, второй вариант для расчесывания шерсти. То есть такие, ну, другой формы, они известны, и вот такие предметы. Причем, как показывает практика, мы находили, у нас очень много в коллекции таких псалев, это был центр производства. То есть мы можем говорить, что Дикий Сад — это по ремесленному производству, это центр да, всего южного региона, ну, примерно территория Дуная до Днепра, может быть, даже и дальше, где производились вот подобные предметы, потому что мы фиксируем все элементы от заготовки, уже обработки первоначального рога, затем второй этап заготовки, третий этап уже изготовления предметов. То есть такой уникальный. Такая еще интересная деталь, что все рога оленей, которые мы находим, а мы находим там и розетки, то есть основания, они не убивали животных ради сырья. Они ходили по лесу и собирали вот эти опавшие уже рога. То есть они экологии, да, берегли экологию и не убивали ради вот сырья, как, может быть, в какой-то степени мы сейчас так делаем, а старались сохранять стадо, потому что это была их жизнь, это была их экологическая ниша, в которой они жили. Плюс мы нашли еще то, что я не принес. Мы нашли... Я вам дякую за те, що ви принесли, хоч щось показали нам на очі, але ж були ще якісь цікавитки, громіські. Да, керамическая посуда, мы примерно посчитали, то, что мы зафиксировали, это пользовались где-то примерно сотня горшков разной формы и для питья, черпаки, столовая посуда. Вот как мы сегодня, мы когда приходят гости, мы выставляем сервизы. Да, вот они тоже, такая очень тонкая стенная посуда, лощеная, кухонная тара, где хранились, очень много костей рыбы. То есть, видимо, потому что в это время уже начинается изменение климата, проблемы с мясной пищей, и они замещают это рыбой. И как раз в этом же жилище мы нашли три якоря для лодок. То есть, по всей видимости, мастер, косторез, не только занимался ремесленным производством, но и для быту, да, ходил на рыбалку и добывал себе пищу. То есть, такой интересный момент. В древности занимались для пропитания получения пищи то, что сегодня является удовольствием. Да, рыбалка, охота. Вот в основном они занимались рыбалкой, охотой, то, что постоянно им было необходимо. Причем рыба по костям — это щука, сазан, сом. Самы водились. Така непогана риба, так? Да, її було дуже багато, людей було аж менше в то время. Так, дійсно, ми зараз які задоволення можемо отримати від цієї риби. Скажіть мені, як не спеціалісту, яким чином визначається та чи інша територія для розкопок? По признакам первичным есть своя методика археологическая. Самый первый этап — это разведка, то есть идется по территории, и у керамики, то есть у фрагментов посуды керамической, такое свойство, ее выдавливает периодически на поверхность. И если есть скопление нескольких хотя бы фрагментов керамической посуды, это первый признак того, что здесь есть археологический объект. Ну, сама телестудия Николаевского областного телевидения находится на древнем городе, на древнем поселении, которое, да, вот здесь все, слухайте, да, примерно на 400 лет старше Дикого Сада. Вообще город Николаев богат на археологические объекты, их более 70. Так, может, варто какие-то раскопки провести на территории нашей? Ну, вообще, археологические раскопки — это дело дорогое, и копается либо тематически, как мы копаем Дикий Сад со студентами нашего университета уже много лет, практически все 26 лет это копают студенты. Во время практики археологической, либо если идет какое-то строительство и угрожает памятнику уничтожения, тогда проводится тоже исследование. А пока такой угрозы нет и тематической необходимости нет, то пусть пока для будущих поколений сохраняется. Так, в майбутньому, так, да. Колись. А це правда, ну, для археологів сезон розкопок виключно літо, да? От, исключительно, літо. Да. Чому так? Ну, потому что тепло, все-таки это как бы Дикий Сад в центре города находится, а основная
основная масса памятников находится за пределами городов, поэтому как бы в теплое время года. Но по-разному варьируется, то есть сезон, как правило, по необходимости можно начать с наступлением тепла, ну и до наступления первых холодов. Просто мы копаем как бы тематически в рамках практики. Практика закончилась. Немножко в этом году нам помогали волонтеры, принимали участие в раскопках. Вот, как бы мы закрыли полевой сезон, но еще ж лаборатория, обработка, да, зарисовка, фотография, написание отчета, осознание. Ты ну и затем передача, да, конечно, потому что как бы два этапа: полевой этап и лабораторный, камеральный этап уже обработки всех этих предметов, снятия размеров, фотографирование, графическое изображение. То есть еще очень много работы, которая, да, требует много усилий. И потом уже будут наши мешканцы милуватися цими знахідками. Ви, напевно, вже плануєте наступну свою розкопку. До речі, я нагадаю, що 15 серпня буде День археолога відзначатися. Так, хоч раніше не можна, але все ж таки я хочу вас привітати. Спасибо. І побажати вам натхнення, сили, енергії, вам як керівнику, вашим студентам для подальших розкопок, для того, щоб ми могли змилуватися такими артефактами. Це дійсно цікаво. Все, що пов'язане з історією, це дійсно цікаво. Я вам дякую за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Я нагадаю, що у нас в гостях був Кирило Горбенко, старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, археолог, керівник розкопки. В прямому ефірі ми підбивали підсумки 26-го археологічного сезону. Попереду ще дуже багато цікавинок, які для нас підготують наші археологи.